пожалуйста, финалистки фитнес-модель свыше 166 сантиметров. Проходим в диагональ. И я оглашаю места с 6 по 1. В каждом из раундов была борьба серьезная. Ну, сегодня кто-то шестой, кто-то первый. Итак, на шестом месте сегодня номер 89, Бутакова Валерия, Колизей, Красноярск. Пятое место. Номер 90, Борейка Влада, Колизей, Красноярск. Четвертое место. Номер 74, Кузнецова Екатерина, баланс. Немножко совсем не хватило до медальки. Буквально 2 балла разъединило спортсменок, занявшую третье и четвертое место. А с медалью сегодня, с бронзовой медалью, сегодня спортсменка из города Норильска, 86 номер, Пуляева Екатерина. Дебютантка соревнований. Поздравляем. Прощения. На втором месте сегодня спортсменка, представляющая клуб «Колизей», номер 110, Махракова Елена. Победителем сегодня становится представитель Energym номер 81, Ходченкова Дарья. Поздравляем! Просьба судью при участниках поставить спортсменку в середину, да, между медалисток. Пожалуйста. Пожалуйста, местами поменяйтесь, да. И тренер, кто у вас? Пожалуйста, медаль получает еще за подготовку чемпионки. Тренер, попрошу подняться на сцену, если он есть в зале. Дарья Ходченкова, тренер. А, вот так вот. Ну, вручим медаль тогда спортсменке, она уже передаст своему тренеру. Прошу остаться только шестерку спортсменок. Попрошу положить грамоты на пол. Да, без грамот. Приобнимите друг друга за талию. Фото на память, пожалуйста. Только медалистки остаются на сцене. Пожалуйста. Только медалистки. Первое, второе, третье место. Красивое фото. Красивые участницы. И только чемпионка с кубком в руках. Пожалуйста. Чемпионка Бочинкова Дарья, Energym, город Красноярск. Поздравляем вас! И готовьтесь к абсолютной категории. Вы еще поборетесь за абсолютное первенство и огромный кубок.
А мы просим выйти на сцену